снимайте пальто, давайте мне пиджак, а пальто, чтобы не замерзнуть, наденьте обратно. Итак, это самый обыкновенный пиджак, да? Самый обыкновенный. Который снял. Я здесь, да. Сергей, мне, конечно, сидеть, я не буду мешать очень. Да не буду не мешать. Давай попробуем с ними. Тебя видишь, что произошло? Тогда снимай их с меня. Если уж начал снимать, снимай. Итак, друзья, сейчас мы покажем вам кое-что необычное. Смотрите. Мы завязали Сергею руки за спиной настоящим узлом. Теперь я беру большой канат. Вы его осмотрели, он обыкновенный, да? Да. Отлично. Целый. Целый? И обматываю все тело Сергею. Все узлы настоящие. Сейчас, да, мы попросим вас завязать крепкий узел. Хороший крепкий узел. Нормально. Если знать какой-нибудь хитрый узел, давайте хитрый. Нет, просто обычный. Нет, нам никогда бы не поверит. Это Сергей не должен отсюда выпутаться. Завяжите хороший крепкий узел. Я завязал. Давайте еще, еще. Так затянул, что уже никто не выпьет. А мне без разницы. Твои проблемы, Сергей. Подтвердим еще один. Так, Михалыч, у нас кто завязывает, а потом развязывает. Итак, друзья, а теперь смотрите внимательно, что сейчас произойдет. Пиджак. Следите внимательно за этим пиджаком. Вместе с ним. Готов? Давай. А он по карману стал лазить. Ну? Давай! Оба! Проверяйте. Да. Ваш узел на месте. Попробуйте пиджак. Пиджак не развязывай узлов. Можете пиджак резать, рвать, все что угодно. Его невозможно, наверное, снять. Попробуйте, пробуйте. Возможно? Браво! Спасибо. Развязывайте. Спасибо. Должны срочно вернуть пиджак. Иначе мы не уедем. Чуть-чуть помял. Знаете, кто помял? Спасибо. Спасибо, друзья. Ну а мы хотим пожелать вам всем самого главного. Верьте в чудеса, и тогда они обязательно с вами случатся. Спасибо.